театр драмы, ТЮЗ, камерный театр и многие другие. Челябинск всегда славился разнообразием театральных площадок. А когда и на какой последний спектакль ходили челябинцы, давайте узнаем. Последний раз я ходила на спектакль «Кавказский круг» в прошлом году, и мне очень понравилось. Артисты играли просто от души. Театр Горького в Узбекистане, в Ташкенте, 90-е годы. Ходил в прошлом году, но мне не понравилось. Вот. Чего ж там было, я не помню. Я ходила месяц тому назад и организовала всех своих девчонок, подружек. Мы все сходили в оперный театр на Сильву. С удовольствием, с большим. Так что всем желаю ходить почаще в театр. Если не соврать, года 2 или 3 назад это был драм. По-моему, это было 8 любящих женщин. Там были в этом театре в прошлую среду. Спектакль «Девичник в вечном покое». И как ваше впечатление? Прекрасно. Я ходила «Чужой ребенок», комедия называется, на Ума Орлова. Я был на прошлой неделе в пятницу на спектакле «Портрет Дориана Грея». И как он? Вот, ну, в принципе, очень интересно, если... Ну, просматривать, например, спектакль раз в год, раз в полтора года, то есть, например, на фоне собственного опыта узнаешь что-то новое, хотя ты видел это произведение и читал, вот, то открываешь для себя какие-то новые высоты. В США, в штате Вирджиния, существует уникальный бартер-театр, где за вход зрители расплачиваются продуктами питания. А в Лондоне в театре «Барбикан» существуют кровати вместо кресел, а актеры поют колыбельную зрителям. Не забывайте о культурном отдыхе и здоровом сне. Отличного вам дня!